Никол Пашинян, обиженно насупившись, заявил, что проект «Тупик мира», который армянский премьер упорно называет «перекрестком», холодно встретили в Баку. По словам Пашиняна, инициатива предусматривает пограничный таможенный контроль, свой для каждой страны. Азербайджан, ревниво бурчит Пашинян, больше не заинтересован в этом проекте, поскольку осуществляет связь с Ираном. Тут Никол Ваваевич снова слукавил. В рамках его предложения Азербайджану предлагается вовсе не открытие Зангезурского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением между Баку, Москвой и Ереваном, а извилистая скалистая тропинка, не отвечающая параметрам логистики грузоперевозок. Этот нелепый тупичок не выгоден ни Баку, ни Москве, ни Турции, ни странам Евразийского экономического союза или Шанхайской организации сотрудничества. Зато меркантильному Тегерану флиртовать, как это делает Ереван с Вашингтоном, ни к чему. Поэтому армянскому народу достанутся на ужин сказки о демократии, евроинтеграции и новости о бракованных бронемашинах с французского барского плеча, а иранцам – реальные дивиденды.